Очень простая идея, как бы собрать их и послушать, что мешает. То есть не мы должны придумывать, как помогать. Это слишком часто мы начинаем за кого-то что-то решать. Об этом сегодня тоже президент говорил. Вы просто людей послушайте. Вот самая простая идея – это послушать, собрать людей, наверное, на площадке общественной палаты, потому что это совместное поручение и нам, и общественной палате, да, и понять, что мешает, понять, где те люди, которые хотят что-то делать для своей страны, могут это делать и как им помочь.